Шойгу живет по принципу, чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной. Ну все, счастливо. Шойгу живет по принципу, чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной. И поэтому идут обманы. Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на запорожском, херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь.